Я же говорил, что хочу поехать на фестиваль в Швецию. Ты сказал, хорошо бы съездить. Появилась возможность, и я решил поехать. Я же не против. Просто сказал бы мне, и все. Да ей лечиться нужно. Ты из этих отношений не можешь вылезти уже год. И не забывай про шведских цыпочек, которых увидишь в июне. Ладно, ребят. Это что, опять она? Серьезно? Детка, что случилось? Дэнни? Это просто ужасно, то, что произошло. Прости. Я позвал Дэнни с собой в Швецию. У нее тяжелый период. Кристиан сказал, у вас вся неделя распланирована. Это такой безумный праздник. Древние обряды и костюмы. Звучит интересно. Невероятно. Добро пожаловать на праздник солнцестояния. Сколь! Который час? 9 вечера. Не может быть, светло как днем. Летом здесь всегда так. Сколько вы уже вместе? 3,5 года. 4. Правда? Да. Что скажешь? Здесь будто другой мир. Завтра важный день. Это страшно? Что это? У него особые свойства. Что со мной? Это акклиматизация. Ничего подобного, нужно уезжать. Это исключено. Что происходит? Почему ты нас пригласил? У тебя виноватый вид. Ты знал? Мы делаем это раз в 90 лет. Я очень ждал именно тебя. Солнцестояние. В кинотеатрах с 18 июля.